Чё как, зрители, это Гагатун, мы продолжаем играть в Far Cry 3. Только что нас убили в живот, может быть и не в живот, может быть и в голову. Но я так понимаю, что если бы нас убили в голову, то мы бы не вышли. Да, где-то мы оказались, хрен знает где, среди трупов, что ли? Вот чёрт, что за... Я среди тел лежу. Но это не мило, совсем не круто. Это я проснулся. Боже мой. Убери свое. Боже, сколько тут трупов. Ну хотя бы проверил меня. Может быть я был жив. Фу. Что не так с играми? Почему они заставляют мне то в трупах каких-то лежать, то мне коленки простреливают. Да тут же не так много их. Вроде бы. Он вернулся из мертвых. Может быть, это все ножик? Он сделает меня неуязвимым. Джейсон. Деннис. Как это вообще возможно? Это все нож? Окей. Он зажигалку прострелил. Тупой, у меня же зипа. В общем, удачи на твоей стороне. Кто за это ответственен? Вас. Он праздновал твою смерть. Я далек от мертвых. Скажи Цитре, что я иду. Хорошо. Я скажу ей прямо сейчас. Побегу он. Босоногий черный побежит. Мне нужно вернуть свои вещи. От этих пиратов. Ну пойдем вернем свои вещи. У нас что, вообще ничего нет? Окей. Пойдем вернем вещи. О, боже мой! Чё, боже мой? Окей, нас же что-то парит. О, Иисус! Ребят, я не Иисус! Я всего лишь... Окей. Нож кто у меня есть? По идее. Окей. Как я тебя забыл, скажи мне, как я... Ты кто вообще такой? Ты свой, что ли? Ау! Иди в зад! Собака, иди в зад! Да сколько вас вообще тут? Встаньте от меня. Просто лечись, лечись! Лечись, я нажимаю... Окей, у меня было... Парень, ты хоть бы что-то сделал полезное? Я всех убил? Нет, я не всех убил. А, соси. Я горю теперь. А, нет. Любят они поджигать вещи. Да, ну это не серьезно даже. Просто успокойся. Ты же на костры забегаешь, не же гореть. Ты какой-то, ты пробензиненный какой-то чувак. Окей, С4. Ну, С4 я могу горы свернуть, конечно. Где тут у вас автоматы какие-нибудь? Где я кого убивал? Вот. Что они же. Ну, зачем что ничего не было? Я каких-то бедных. О, боже. Ладно, у меня есть С4. Друг, держи. Норм, да? Это спецэффект. Так, ну где мои вещи теперь? Вот мои вещи. Найс! Что у меня там еще было? А, и винтовка-то херовая. Алло? Джейсон, хотел вас, могучий воин. Многие атаковали его, но никто не вернулся. В общем, вначале вас, потом Хойт. В общем, есть первый раз для всего. Но мне говорят, что твоя лодка почти готова, ты уже можешь уезжать. Нет, моя лодка не готова, потому что я не готов уезжать. Так, где мне поменять оружие? То что винтовка, seriously, I don't think so. Ну, я не знаю. Ставить мне винтовку, не оставить. Нужна ли она мне, я не в курсе.
Ладно, пускай будет два оружия вот этих основных. Так, и что мы делали? А, у нас открылось новое очко. Качко. Так. Aim Reloader. У нас теперь быстро. Можно лук прокачать, конечно. А, с высоты будет меньше урона. Можно. Пока я целюсь и перезаряжаюсь, у меня будет быстрая перезарядка. Ладно, давайте тогда вот это и вот это потом прокачаем. Я, то есть я вот это, чтобы у меня там лучше было оружие такое, как автоматы лучше. Так, наверное, тогда нужно телепортироваться. Куда мы можем? Вот, окей, вот. К Цитре опять, что ли? Цитра! Я вернулся из мертвых не просто так. Я думал, кстати, что это магически все-таки нож мне поможет. Но тогда бы они, наверное, бы сказали: а, если у тебя есть магический нож, который возвращает тебя из мертвых, то ты можешь тогда в любое время возвращаться из мертвых, а так ты можешь в игре умереть, и тогда это было бы бессмысленно. И поэтому мне объяснили его, наверное, зажигалкой. Что, конечно, банально, но все-таки лучше, чем, наверное, магический нож. Я так думаю, что... Ребят, пропустите меня, я же тут иду. По делу мне. Стали так как-то и стоят. Мой друг, да? Теперь я, значит, ваш друг? А, опять. Не сюда хоть? Нет, не сюда. Цитра, где твои гребаные двери? Куда мне идти? Я заблудился. Нельзя было вот эту дверь открыть, нет? Бегаю тут кругами. Мучаюсь. Оставьте нас. Так, воин вернулся из долины мертвых. Вот тебе сувенир. Эй, иди за мной, я тебе покажу долину чудес. Ну, я иду. В этот раз... А, пришло время. Опять? Пей. Это яд для слабых. Только сильный сможет выжить. Я силен. Ой, нет, кажется, мне было чудо. Следуй пути. Хорошо. Кажется, у меня все беленькое стало. Я иду. Круто. Так что ты за человек? Ну я простой человек, хожу, убиваю людей. Почему я не могу идти? Ты какая-то... Вау, вау, ват! Ураган! Что это круто выглядит, а что это такое? Я не могу туда идти, ну понятно. Что это за черта? Вау, ват! Путь воина! Я должен бороться с этой хреновиной? Какой-то бугимен. А, ну, магические стрелы тебе в лицо, тварь. Магические... Ох, чё. Магические стрелы тебе в лицо. Окей, что я должен делать с тобой? Магические стрелы тебе в лицо, успокойся уже. Ты не боишься ничего? Так чё бояться-то? Хедшот, бич. Так, держи, держи. Наслаждайся моими бесконечными стрелами. Прям глаз тебе, прям глаз. Так. Я бы всех на своем пути. Пока у меня есть стрела, которая стреляет динамитом каким. Что? Отстань. Кто еще хочет? Да, идите на меня. Так, окей. Я прокосил. Ох, нет. Я так убьюсь. Так, я могу хиляться, окей. Я могу хиляться в своем сне. Это хорошая фишка. Ох, нет, это я неудачно. Надо было мне все-таки лук прокачать. Что происходит? Ты вернулась? Так, получи еще. По своей наглой скелетонской роже. Просто получай. Да, вали. Ой, нет, не надо кидать меня. Что? What the fuck? Ты что, маг? Ой, ладно, давай я спрашиваю. Вот это себе кинь. Да я же бежал, ну.
Что мне нужно два раза увернуться, тогда только мои пули начнут тебя действовать. Потому что ты что-то не хочешь умирать. Победить его. Ага. Окей, он какую-то еще одну волну пустил дополнительно. Просто уже умри, пожалуйста. Ты силен. Да, я силен. На. Ха-ха-ха-ха. Так, магическое дерьмо. Я имел дело с магическим дерьмом. Так, мне нужно отрезать ему башку теперь. Окей, Quick Time Lens. Глаз тебе. Да я какой-то Кратос, боже мой. Так. Давай, получай по своему суроновскому глазу. А! Прикончу тебя, гад. Можно и колу выпить. Ой! Так, скриншоты, скриншоты. На самом деле вы их не видите, но я сделал штук 6-10, может быть больше. Так. А, кто я такой? Расскажи мне. У тебя там физика есть? А, физика! Хе-хе-хе-хе. Надеюсь, меня на YouTube не забанят за это. Мои татуировки получили новый слой. Ты воин. Ты живешь ради боя. Каждый человек, с которым ты сталкиваешься, умирает, если он достоин. Ты чувствуешь джунгли вокруг себя. Ты Раки. Охо. Еще какой я Раки. Да я просто... Вас его пираты захватывают людей, их тела и их ум, или их разум. Мы воины. И я приведу вас к горе. Как я уже забыл перейти к горе. Порой простейшие слова забываешь. Ну, в общем, к победе он их приведет. Пусть он речь в стиле Шепарда, но правда очень коротенькую. Так. Я иду за тобой, Вас. Что, у нас время расплаты? Мы уже сразу идем куда-то убивать его? Ну ладно, давайте тогда распределим очки. Наверное, закончим на этом. Это или я не знаю, стоит ли заканчивать. На сер открылось. Последние всякие достижения... почему-то это не открыто. А, нужно начать это. Можно сразу увеличить себе здоровье. Дополнительный слот получить. Это что такое? Find more. Hands. Бесшумно я буду бегать теперь. Ну, это, наверное, я потом... О, вот это круто. Heavy Gunner'а можно убить ножом. Это действительно круто. Я думаю, мне пригодится. Теперь я смогу этого гада сразу взять и зарезать нахер. Так. Ну ладно, наверное, говорю, все-таки на этом мы и закончим. Новые скиллы у нас открылись. Потому что я думаю, что это будет длинная миссия, которую мы будем довольно долго проходить. Поэтому, если вам понравился этот ролик, если вы тут были впервые, то не забывайте подписываться на канал, ставить комментарий, ставить пальцы вверх. На этом все. Пока.